Добрый день, меня зовут Дмитрий Эллер. Сегодня 4 августа 2020 года, и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в откате. Откат к уровню 1.17.762 уже произошел. Здесь я ожидаю продолжения продаж. Как только они начнутся, можно будет посчитать потенциал этого движения. Вот, потому что предыдущий цикл продаж он уже закончился. Доллар-франк. Сейчас также находится в откате к уровню 0.91.633. Здесь я ожидаю формирования точки входа на покупки и продолжения восходящего тренда. Та же самая ситуация, так как предыдущий цикл покупок был закончен, то по новому циклу потенциал можно будет посчитать только после формирования первого движения. У фунта примерно та же самая ситуация. Произошел вечером откат. Откат к уровню 1.30900, и сейчас, собственно говоря, начинаются продажи. При формировании точки входа здесь можно будет зайти в продажи. Потенциал с той же самой историей можно будет посчитать только после формирования первого движения. Золото сейчас находится во флете. Флет между двумя уровнями 1976.24 и 1964.37. Вообще, конечно, я ожидал, что он пойдет еще ниже, то есть ниже уровня 1964.37, но произошел откат. Поэтому сейчас в этом флете, причем флет достаточно узкий, здесь не особо много для золота разбега, поэтому лучше расторговать золото уже при выходе из этого флета. Естественно, что здесь логика остается та же самая. То есть пробой уровня 1976.24 хорошим сильным движением будет на откате покупка. При пробитии уровня 1964.37 хорошим, опять же, сильным движением может быть на откате посмотреть его продажи. И учитывая, что флет такой достаточно для золота, опять же, да, узкий, и формирование его происходит уже не первый день, может цена может вырваться из этого флета достаточно сильно и пройти в одну из сторон с хорошим потенциалом. Нефть. Нефть находится также сейчас в своем канале. Канале в своем флетовом между уровнями 44.50 и 42.99. Сейчас пока что идет откат от уровня 44.50. Этот откат, собственно говоря, ведет вниз обратно к уровню 42.99. То есть самый интересный потенциал именно здесь. АТР хватает, по сути, можно рассматривать на сегодня покупки. Ой, продажи наоборот, прошу прощения. S&P 500 достиг, почти дошел до ключевого уровня 3305,9, который я рассчитывал. Возможно, сегодня еще к нему подойдет, но это уже конец цикла покупок. Отсюда стоит ожидать коррекцию, как минимум коррекцию от этого уровня. При формировании продаж, точек входа на продаж, можно его будет от уровня 3305,9 продавать. Биткоин. На сегодняшний день смотрит в продаже, то есть был неплохой взлет у него на прошлой неделе и, собственно говоря, достаточно сильное обрушение. Это сильное обрушение, по моим расчетам, должно закончиться как минимум на уровне 10 641 доллар 89 центов за биткоин, и поэтому сейчас стоит рассматривать, опять же, внутридневные, да, продажи биткоина. То есть на средний срок здесь рассчитывать не стоит. Биткоин сейчас не особо для биткоина волатилен. Поэтому именно сегодня-завтра рассматривать вот это движение до уровня 10.641.89. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго, удачи вам в торговле.